дальше, оно само набирается. Итак, доброе утро. Это Орландо, это Флорида, это Светочка. Светлана Сапегина. Да. Сейчас я покажу. Вот русский сразу правильно читает, это все Сапегина. Уникальная личность. Это ее будущий муж. Ну, можно сказать, он уже муж. Ну, только то, что штамп папа. А нафиг он не нужен. Правильно? У вас там снимает? Да, все браки совершаются на небесах. У них брак давно уже совершился. Да, да. Дима ушел в сторону. Красивый голубоглазый. Итак, это Екатеринбург. Екатеринбург приехал в Орландо. То бишь во Флориду. Итак, Светочка, вот уже по ней видно, вот она вся. Вот в этой красоте. Вот она занимается бисероплетением. Я посмотрела, мы сейчас с Сашей посмотрели, я просто обалдела. Это невероятно. Она сюда приехала. Расскажи, ты сюда приехала на. Сюда приехала участвовать в выставке, в конкурсе. В Милуоки, Миннесоте. Я уже все путаю. В Висконсине. Штат Висконсин, город Милуоки. 100% ты займешь первое место. Ну там тоже, знаете, такие работы есть, но. Все равно ты займешь первое место. Мне, конечно, это все говорят, но я надеюсь. Другого нам не надо. Как мама говорит, если утонешь, домой не приходи. Так что смотри, не получишь и этот. Будем держать тебя здесь, пока ты не займешь первое место. Вот. И мы привезли мою работу, Герань, сейчас я ее вам покажу быстренько. Это все бисер, это двинуться мозгами. Вот такая герань. Ай, какой. Вот. И мы ее привезли в чемодане, в ручной кладе с собой, так как, ну, она примерно 50 сантиметров в ширину. Возможно, ее показывать. Мне пришлось ее чуть-чуть примять, да, чтобы перевезти, ну, все поправимо. Вот, и потом... Какая бешеная всичивость. И сейчас у нас вот был месяц примерно, чтобы попутешествовать. Вот мы приехали во Флориду встретиться с Людмилой. На Ки-Вест, да, ездили. Потом в Тампу последний раз были, в Майами, Дейтона-Бич. И, кстати, вам спасибо. Вот так бы я вообще приехали и не знали, куда ехать, да? Как Дима говорит, куда глаза глядят. А вот я уже карту открываю. Знакомые слова, Дейтона Бич, Кока Бич, и все, значит, и вот прямо вот все знакомые выбрали, и вот так вот по пути все ехали, Орландо. Так что вы вот действительно все называют путеводитель. Хвалите меня, по Америке. Орландо, по Флориде. Так что так и есть, вот уже можно посмотреть ваше видео и приехать. По вашим стопам пройтись, да. Кто может поверить, что вот это все из мельчайшего бисера? Якобы есть цвета монеты все-таки. Да, невероятно. Вот да, Дима хотел, чтобы я вот эту пассифлору. Ну, самое сейчас, давайте я другую. Вот, это живая. Это. Вот, чтобы вот такую пассифлору я привезла. Но она еще больше, ее трудно перевозить. Ну, та работа. Просто замечательная. Все работы. Я не знаю даже, что лучше. Пионы. Это, как ты сказала, вот это... Букет невесты. Кейт Миддлтон. Кейт Миддлтон. Которая за принца Уильяма замуж вышла. Он уже, по-моему, стал этим королем. Да. Она стала уже герцогиней. И Света хотела вот это поставить на выставку, но у нее не взяли. Сказали, что... Они ничего не сказали, но я сама как бы догадалась. Что? Сказали, что слишком хорошая работа, ты сразу всех убьешь этой работой. Девочка, давай что-то поскромнее. И выбрали вот это. Это вообще невероятно. Сейчас те, кто занимаются бисером, сейчас сойдут с ума и просто забросят свою бижутерию, начнут заниматься тем, чем занимаешься. Обычно тогда бижутерия делается, а вот это невероятно. Такого как. Ничего, что я снимаю? Кто-то же твою идею это хапанет? У меня уже есть это, про меня там видео. А, кстати, у Света есть, кто живет в Екатеринбурге, у Света есть своя школа. Да. И сразу рекламу мы тебе делаем. Для взрослых же. Ты можешь оставить свой телефон, этот, или как с тобой связаться под видео, раз разместим, если кому-то. Визитка. А вот сразу, да. Вот она. Ну там я вам оставлю, а вы спишите. Так, держи. Я сейчас прочитаю телефон. Итак, телефон. Надо делать. Обязательно. 8-909-702-48-72. Альбом составит. Светлана. Я сначала сделала сайт на английском языке, но там платно он делает, поэтому... Ну вот это красивее. Ой, извиняюсь. Вот это в музее сейчас в Екатеринбурге.
Вот так. У нее за... она отдала на выставку, ей не вернули. Сказали, нет, мы тебе только деньги дадим. Дали ей 10 тысяч долларов за это. Собственно, на эти деньги. На эти деньги она сюда и прилетела. Между прочим, на вот это часть тех детей. Часть денег. Наполовину точно. Да, да. Вау, вот это вообще сказка. Это Вереск называется. Сейчас он находится у Сретенского там монастыря. Ага, какой и подарили. Это... Еще раз, можно повторить историю? Да, вот это? Да, это гвоздики, которые я сделала специально, чтобы послать в Индианаполис. Там делали мемориал в честь... Венок. Ну, да, вообще, мемориал, было открытие мемориала, вот это 11 сентября. Память жертвам, да, да, 11 сентября. И причем оттуда, из Нью-Йорка привезли две балки. Вот мы их даже потрогали. Видели. Вот эти две балки из тех небоскребов, которые разрушились, и их установили. Там на конце одного сидит орел на вершине. И еще венок вот такой сделали из много-много гвоздик, который олицетворяет погибших. То вот служебных обязанностей. Я вот 7 штук послала, кто-то еще там по 6, по 5, там разное количество, и это все собрали вместе и сделали один большой-большой венок из бисера. Эти гвоздики нам и говорили сейчас. Я хочу узнать, где этот мемориал, пока еще я его не смогла найти. То есть не мемориал, мы нашли, а сам венок. Это верба. Это все бисер. Обалдеть, мама. Это нечто. И вот венок, который Света сделала, и цветочек. Букет невесты. Букет невесты. О, фу, венок. Фу. Букет невесты. Где он? Он у моей подруги. Не-не-не, где он здесь? Букет невесты? Угу. А вот, вот он, ага. Да, вот. Да, хорошая ты подружка. Столько времени потратила на подарок для... Ух ты, что-то это напоминает. Да-да-да. Классно как. У нас сейчас тропический шторм приближается. Ага. Мы сейчас будем убегать отсюда. Это полевые цветы. Букет полевых цветов. Ой, дождь пошел, надо текать. Березка, вот она какая красота. Скорее. Сакура. Сакура. Вообще, это ель, правильно? Это сосна. Сосна. Ну это вообще нечто невероятное. Виноград. Виноградная лоза. Супер. Короче, девочки, связывайтесь со Светочкой, если вы хотите делать такие же красивые вещи. Моя мама еще передает вам большой привет, большой. Людмила. Спасибочки большое. Она тоже смотрит, ей тоже нравится. Мамочке ваше тоже видео. Большой привет. Дотя вообще золотая. И Дотя... она еще просила, знаете, что передать? Вот вы-то нас как бы не знаете, да? Всех нас, кто вас смотрит. А вы для нас как бы уже вообще как родная стали. Мы все знаем. Спасибо. Про вас. Ой, все, пойдемте внутрь, забежим. Или вы уже все уезжаете? Уже пора. Скоро. Какая красивая собака. Ух ты, Баскервилли. Итак, мы Starbucks кофе. Здравствуй, моя мальчик. Хотела сказать, моя девочка. Это мой мальчик, я определила быстро. Итак, все. До свидания. Все, пока-пока. Удачи. Только удачи. И привет Екатеринбургу. И мамочке привет. Мама, привет. Дима. Всем привет. Дима, ты кому всем, привет? Всем, кто меня знает. Всем моим ученикам привет. Ученицам.